Сегодня в Волгоград съехались историки и музейные работники из разных регионов и зарубежных стран. В городе Герои проходит форум «Военно-исторические аспекты жизни Юга России». Ученым есть что обсудить. Это, конечно, события Великой Отечественной, Гражданской войны, а также других вооруженных конфликтов, которые в разное время происходили на юге страны. Представители научного сообщества интересуют общие истории и перспективы дальнейшего развития отношений между разными народами и государствами. Форум проводится при поддержке Федерального фонда «История Отечества». Волгоградский музей-заповедник и Сталинградская битва регулярно побеждают со своими проектами. Вот выставка, которая касалась военспецов, это офицеры Белой армии, перешедшие на службу в Красную армию после Гражданской войны. Она недавно при поддержке Фонда истории Отечества тоже прошла, ездила в Астрахань. Сейчас вот эта конференция. Одна из изюминок этой конференции. Здесь много специалистов собралось, зарубежные ученые. Участие в форуме принимают и школьники из Армении. По итогам проведенного конкурса они заслужили поездку в Россию и участие в такой крупной и международной конференции. Программа мероприятий рассчитана на несколько дней, запланированы десятки докладов и выступлений. Историки уверены, благодаря такой работе у ученых появится возможность пристальнее изучить ключевые события, взглянуть на них под новым углом. Мы поставили себе цель это вести эту конференцию в проводить ее регулярно, ежегодно и сделать ее таким центром притяжения для историков Юга России, военных историков Юга России, чтобы эта была площадка жила своей жизнью и развивалась.